Ну, я что хочу сказать? Во-первых, я скажу так. Остров называется Санту-Антан. То есть пишется так, читается вот так. И еще читается именно по-русски вот так. Поэтому я вчера говорила Сан-Антау, а сегодня я должна говорить Санту-Антан. Ну, так написано по-русски. Так вот, мы находимся на острове Санту-Антан. От города Порто-Ново мы доехали вот до этого местечка, которое называется, муж говорит, Пол, а я это прочитала Сан-Паулу. Вот, значит, на маршрутке доехали. Он сказал, оттуда мы пойдем в горы. Ну, вся дорога была очень такая внутренняя, как будто бы мы между гор ехали, вот просто между гор, вот прорубленная дорога. Он сказал, это новая дорога, очень хорошая, ну, действительно, дорога асфальтовая, хорошая. Два тоннеля проехали, и вот сюда мы прибыли. Мне сейчас прям жутко страшно, что мы сейчас пойдем через эти горы. Он говорит, на 1000 поднимемся. Я говорю, может, нет? Он говорит, ну, в крайнем случае спустимся. Во-первых, потому что у меня нет с собой одежды теплой. Мне кажется, там в горах будет очень холодно на 1000, если подняться. Может, чуть-чуть поднимемся, пофоткаемся, да спустимся. Как бы, наверное, так будет лучше. Потому что здесь внизу тепло, хорошо у океана. А что там в горах? Жуть такая. Вон стоит статуя с ребенком. Туристов двое вот всего, никого здесь нету. С нами в маршрутке ехали все местные. Они поехали дальше, до Гранда Рибейра, а мы здесь вышли. Рибейра Гранда. Рибейра Гранда. Вот автобус этот приехал, который в сопровождении идет вот с этой машиной. Да, в сопровождении. Ага. Который... Ну, я не знаю. В принципе, может быть, мы куда-то сейчас и поднимемся. Буду рассказывать. Всем привет с острова Санту-Антан.